Госавтоинспекторы провели занятия для учеников начальных классов и рассказали о правилах поведения на дороге. Детям также напомнили, что ездить на велосипеде по проезжей части разрешается только с 14 лет. В качестве примера полицейские рассказали о ДТП в Адлерском районе, в котором пострадал 6-летний ребенок. Не слезая с велосипеда, мальчик пересекал проезжую часть по зебре и был сбит автомобилем. С переломом голени ребенок госпитализирован. Помимо профилактической беседы, инспекторы проверили так называемые уголки безопасности дорожного движения, кабинет, в котором школьников обучают ПДД, а также площадку для занятий. С начала года это уже 18-е образовательное учреждение, которое проверили инспекторы ГИБДД. В некоторых выявлены нарушения и даны рекомендации.